24 миллиона рублей из резервного фонда президента страны выделены на ремонт инфекционного отделения Чебоксарской горбольницы номер 2 и центра сопровождения детей в Канаше. Наша съемочная группа выяснила, какой требуется ремонт и когда он будет закончен. 10 из 24 миллионов рублей будут направлены на капитальный ремонт инфекционного стационара Чебоксарской городской детской больницы номер 2. Он работает с декабря 1969 года. В разные годы там проводился только косметический ремонт. Так что необходимость в капитальной реконструкции назрела давно. Ежегодно в стационар госпитализируется до 9 тысяч пациентов со всей республики. Это большая радость для всего коллектива детской инфекционной больницы, потому что эти деньги будут использованы для ремонта первого боксированного отделения, которое требует ремонта капитального. Отделение состоит из 11 боксов на 28 коек. И кроме этого будут проведены ремонтные работы по устройству вентиляции, сантехнических коммуникаций и электрики. Проектно-сметная документация уже готова. Мы ремонтные работы включили в план-график. Я думаю, что все документарные работы будут проведены к середине октября. И осенью до конца календарного года 2016 мы закончим этот ремонт. Оставшиеся 14 миллионов рублей из резервного фонда президента России будут направлены на капитальный ремонт здания Центра образования и комплексного сопровождения детей в Канаше. Это учебное здание введено в эксплуатацию в 1960 году, а в настоящее время физический износ составляет более 65%. Родион Архипов, Андрей Шоклев, Республика.